Чтобы изменить жизнь к лучшему, им необходимо научиться идти на компромиссы. Это поможет сохранить теплые, дружеские и семейные отношения. Буква «Л» в нашем восприятии вызывает неоднозначные ассоциации. Богатство внутреннего мира позволяет этим людям вести яркий и красочный образ жизни, на первый взгляд незаметный окружению. Это силы и желание что-то начать и осуществить. Стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. Буква «Н» в имени означает протест, внутреннюю установку не принимать все происходящее без разбора, умение отфильтровывать полученную информацию, отбрасывать второстепенное и оставлять главное. Буква «М» в имени дает большую внутреннюю силу. Этот человек находится под покровительством Солнца. Буква «Е» в этом имени символизирует потребность самостоятельно. Самовыражение, в обмене идеями, а также дипломатические способности, проницательности и некоторой болтливости. Обладатель имени иногда бывает бестактен, легко идет на конфликт, в любви часто капризны и нуждается в человеке, способном управлять отношениями и принимать противоречивый характер партнера. У владельцев этого имени есть твердое стремление везде побывать и все испробовать на собственном опыте. Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. Предпочтение часто дают тихой и спокойной жизни, а в любви способны идти на любые жертвы. Владельцы этого имени способны идти к своей цели, невзирая на препятствия и трудности, однако уязвимы и чрезвычайно зависимы от мнений близких людей. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Буква «А» в этом имени несет символ первооткрывателя. Наилучшие дни для реализации всех надежд и планов для этого имени те, которые в сумме единица. Внутренний мир владельца этого имени очень скрываемый, но слишком богатый, поэтому не стоит думать, что молчание означает недоразвитость. Прекрасные друзья, они, как правило, пользуются заслуженным авторитетом у окружающих. Особая черта в носимый в характер согласной буквы, сдержанность, не всем открываемый внутренний мир, возникающие желания могут проявляться как импульс к действию. Эти люди обладают творческими способностями, любят неожиданности и нестандартные ситуации, которые привыкли решать с помощью логики. Звук «А» в этом имени считается символом проявления самостоятельности, чистоты и ясности. Если на предприятии раздали под участки землю, первым обнесет колышками свой газон тот, в чьем имени есть звук «Д». Правда, сначала обнесет, а лишь потом задумается, в состоянии ли он эту землю обработать. Владельцы этого имени всегда готовы помочь, но иногда бывают капризны. И значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Звук «Н» в имени этого человека считается знаком протеста. Буква «Е» придает характер сразу две особенности – бесхитростность и стремление к власти. Если преобладали властолюбивые помыслы этих людей, то они видны сразу невооруженным глазом. Потребность к самовыражению, обмену идеями, склонность выступать в роли посредника, проницательность – вот главные принципы этого имени. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.